Здорово, пиратики! Полагаю, многие из вас столкнулись с проблемой доступа к своему судну. Ведь злобные заокеанские админы поставили запрет на вход соотечественного клиента. Эта проблема на самом деле решается довольно просто. Причем решение работает для любого иностранного сервера. Не спешите качать англоязычные репаки, просто повторяйте за мной. Вписав нужный Realm-лист, проделываем стандартную процедуру входа на аккаунт. Здесь мы видим список реалмов. Нас интересует PvP-шный BlackRock. И теперь вы лицезрите неприятную вещь, столь же противную, как фулресовый холипал. Что ж, клацаем пару кнопок, попадая в экран настройки реалма. Выбираем английский и игроки против игроков, затем автовыбор. Приветствующая нас плашка с входом будет мозолить глаза, так же мучительно долго, как зеленка ДК, поэтому прожимаем отмену и возвращаемся назад на главный экран. Снова вводим данные. Вуаля! У нас получилось. Мы вернули свою черную жемчужину, и можно смело отправляться в плавание.